Значит, ездили мы вчера в светофор, наконец-то я там побывала. Вот купили такой блокнотик, это я дочке купила. Потом взяли фломастеры 24 цвета, 50 рублей. Покажи, да. Вот, Веньки взяли вот такой альбом. Вот. Альбом что-то по цене, честно, не могу вам сказать. И вот такие пластиковые карандаши, 12 штук, что-то 35 рублей. Вот. Из такого, знаете, я вам, наверное, покажу сейчас, что вот из продуктов мы купили. И что-то я домой купила забрать. То есть такой основной обзор будет, наверное, уже дома. Вот. А это так вот я немножко предисловие такое во влог запишу. Вот, если, конечно, видео сейчас не испортится. Вот, сейчас покажу, что мы купили из продуктов. Взяла попробовать вот такой кофейный напиток, капучино. Вот, мы вчера пили. Ну, кстати, такой, знаете, нормальный. То есть, можно попить его. Вот, можно что-нибудь еще добавить. Образуется такая прям не тут на картинке пенка, но пенка есть. Потом взяла вот таких два больших кремовых зефира. Такая банка 70 рублей стоит. А у нас в фикс-прайсе вот половинчатая 55. То есть даже выгодно. Две надо было бы... Знала, надо было штуки 4-5 взять домой. Эту вот, скорее всего, закрытую заберу домой. Вот такой лавровый лист пачка. Это вот маме упаковку привезла. 21 рубль. И себе тоже такой нагресс взяла домой. Такие кириешки большие, 200 грамм с салями, и еще брали ветчина, сыр, но их уже съели. Вот остались вот эти, ну брали вообще, честно, вот к пивку вот. Ну что-то они так едятся хорошо. Продуктов вот еще я взяла вот такой ремет нарезку сыр копченую. У нас такая в магните продается длинненькая полосочка, 100 грамм, а тут, короче, 300 грамм, короче. Ой, все вывалилось. Колбаса вообще ничем не отличается. Как в магните такая, что тут фасовка другая. И дешевле. По цене ничего не знаю, человек, если не выкинула, то потом скажу. Ага. И муж вот ухватил такой индилайт, короче, домашнего копчения, полукопченая индейка. Очень, кстати, вкусная. Она похожа чем-то вот на ветчину рубленую, но у ветчины вот эти прожилки ощущаются, а это вот идет мяско. Очень вкусно. Я вчера с удовольствием 3 кусочка съела. Вот. Мама! Вот оно как выглядит в разрезике. И вот это вот, если ветчина, у нее вот эти прожилки чувствуются, а это нет, это прям мяско идет. Да, мам. И Винька тут. Привет! Привет! А как делала? Да, колбаса. Только ты такую не хочешь есть. Да? Еще вот я вчера там увидала, а Терман, вот этот десерт я очень люблю. И вот он остался один. Взяла, короче, брала вот таких. Да, брала два шоколадных и два белые шоколада и клубничный мусс. Вот остался один такой шоколадный. Там он вообще намного дешевле, чем у нас в магните. Так что присмотритесь. В следующий раз, если попадем, я побольше наберу. Муж еще в светофоре. Вот этот дезодорант попробовать. Взяли 77 рублей, что ли. Нет. Не знаю. Объем у него 175 миллилитров. Тихо говорю, потому что веник спит. Давайте тоже покажу. Короче, мужу брала сланцы, да, а взяла большой размер, ходили, меняли. Короче, знаете, 140 рублей сланцы. Я таких цен вообще не видела уже давно. И вот такие синие простые тапки, да, 150 рублей. На работу ему он ходит сейчас, потому что в ботинках жарко. Я вообще цен таких не видела, знаете, 140 рублей. То есть их порвал и забыл про них, выкинул, даже не жалко и не вспомнил. Вот. И Веньки штаны спортивные взяла. 280 рублей в сад ходить. Такие на манжетах, все они такие хорошо сделаны. Вот, но я потом покажу.
Ну и куда? Нету кисов. Кисов нету, да? Убежали кисы? Веньку увидали и сбежали. Цветочки. О, ты зачем так нельзя? Ты что? Они вечером потом откроются? Кака. Чё как? Дамся, пока. Ну, кисуля. Не гоняй кису. Бублик. Бублик. Ой, ты баку любишь. О. Я не научилась пока что. Давай, Веда, зажигай. Давай. Чужая машина, нельзя, это не папина машина, папа на работе. Средствами я сейчас пользуюсь на данный момент. Это термальная вода, сыворотка, сужающие поры, чистая линия, лосьон тоник и вот этот гель-филлер от Эвелин. Добиваю. И вот это тоже добиваю, вот чуть-чуть осталось. Вот воспользовалась для шеи вот таким массажером. Очень нравится. От него действие прям уже заметно с первого применения.